17-я серия. Алло, директор Ма. Пойдем поиграешь со мной, ладно? Смотри туда. Здесь столько игрушек. Нравится? Госпожа, ищите сына? А вы... У меня серьезный вопрос о вашей связи с ребенком, которого вы сюда привели. Что вы сказали? У меня к вам несколько вопросов. Но у вас нет права на это. Хочешь поиграть с этим? Давай. Раз, два, три. Садись, садись. Смотри, съезжай туда. Весело? Давай, вставай. Давай еще раз сыграем. Почему вы не выпускаете своего сына из номера и даже закрываете его в шкафу на весь день? Какой еще шкаф? Вы знаете, где мой ребенок? Предупреждаю, если что-то случится с моим ребенком, я вас всех здесь поубиваю. 100 лет вина не пил. Давай, давай еще выпьем. Давай, пошли быстрее. Смотри, куда идешь. Давай. Иди сюда. Дядя тебя заберет. Вот сюда. Посиди здесь немного. Пойду уберу осколки стекла. Договорились? Сынок. Мама! Сынок! Нет! Стой! У него аутизм. Он сам стал причиной всех своих травм. Я часто задаюсь вопросом, за какие грехи мой ребенок так страдает? Что я сделала в этой жизни не так? За что небеса меня так наказывают? Мой бывший муж и его семья во всем обвиняли меня. Они говорили, что это все потому, что я всегда очень много работала. И мало времени уделяла ребенку, поэтому мой малыш стал таким. Но я работала только для того, чтобы у моего ребенка все было. Я усердно трудилась, бралась за любую работу и просто хотела быть уверенной, что когда меня не будет на этом свете, мой сын сможет и дальше жить обычной жизнью, как нормальный ребенок. Я усердно работаю, чтобы вылечить его. Я знаю, что судьба к нему несправедлива, но у меня нет другого выхода. Госпожа, я понимаю, что вы боитесь за своего ребенка, и это плохо сказывается на вас, на вашем сыне. Вы задумывались над тем, чтобы отправить его в специализированную школу? Специализированная школа. Сперва я даже не осознавала, что у моего ребенка аутизм. И отправляла его учиться в обычную школу. Однако вскоре он стал нелюдимым. Он стал часто кричать от страха.
Однажды в школе он очень испугался и ударил другого ребенка. С того дня он отказывался ходить в школу. Специализированная школа. Я слишком переживаю о нем. Я лучше сама буду с ним более строга, нежели позволю, чтобы на него смотрели свысока. Но для вашего сына очень важно научиться взаимодействовать с внешним миром или хотя бы обратитесь к специалисту. Иначе, если вы постоянно будете брать его в командировки, он будет в большей опасности. Посмотрите на эти шрамы. Прекратите. Никто из вас не может понять. Он часть меня, моя кровинка. Я сделаю все возможное, чтобы защитить его. У него нет никаких навыков общения. Он не может выразить свои чувства и эмоции, как другие дети. Я не могу допустить, чтобы его обижали. Но вы же знаете, что когда вас нет рядом, он постоянно прячется в шкафу от окружающих. Неужели вы не хотите понять, почему? Потому что он боится. Боится. И на самом деле, я тоже очень боюсь. Я хочу научиться понимать его. И достучаться до него. Но он как с другой планеты. Отдален от меня тысячами световых лет. Госпожа, думаю, исходя из текущей ситуации, необходимо отправить его в школу. У меня есть подруга, которая занимается этим. Я могу попросить ее помочь вам. Простите. Я не могу поверить, что вы так легко об этом говорите. Благодарю за вашу помощь. Но, госпожа, директор Ма, я не буду считать ваш отель ответственным за сегодняшнее дело. Вы должны быть благодарны хотя бы за это. Пожалуйста, не вмешивайтесь в мои семейные дела, хорошо? Идем. Хорошо. Хорошо. Тогда я оставлю это на тебя. Увидимся завтра. Босс, я не думаю, что мы должны делать это. Она не скандалила, верно? Она уедет и все не закончится. Лучше держаться подальше. Если это еще к чему-то приведет, тогда мы пострадаем. Нет уж. Раз я узнала об этом, не могу остаться безучастной. Довольно прискорбно, что ребенок страдает от аутизма, а сейчас его насильно изолировали от мира. Я не могу быть равнодушной. Согласен. Конечно, ты согласен. Что ты сказал? О чем вы говорите? Ни о чем, ни о чем. Что за ерунду ты несешь? Где ребенок? Находится в шкафу. Хорошо, подождите снаружи. Ладно. Идем. В детстве ты, должно быть, была очень хорошенькой. Сейчас, когда ты сказала, что ребенок изолирован от мира, ты вдруг стала серьезной, как будто перенесла такую же травму в детстве. Я не знаю, считается ли это детской травмой. Но когда я была маленькой, я часто была одна, и мне было очень одиноко. В то время мама была очень занята и оставляла меня дома одну. Однажды я тайком вышла поиграть, и в итоге заблудилась. Мама! Мама! Мама!
Кай! Кай! Мама, я хочу домой! Кай! Мама! Мама! Кай! Кай! Где ты была? Я не могла тебя нигде найти. Обещай мне, что ты больше никуда не уйдешь. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Идем домой. Идем. Мама, я хочу пойти с тобой. Малышка Кай, мама идет на работу. Будь умницей и оставайся дома, ладно? Малышка Кай лучшая. Давай, иди домой. После того, когда мама уходила на сверхурочную работу, она боялась снова потерять меня и запирала меня в моей комнате. В то время я чувствовала себя одиноко. Поэтому я часто смотрела в окно, наблюдала за облаками и голубым небом, и солнцем. Я часто думала, будь у меня друг, который составил бы мне компанию, было бы здорово. Но я всегда оставалась дома одна. На самом деле, мне очень хотелось беззаботного детства, в котором я могла бы делать все, что захочу. Услышав это сейчас, думаю, мое детство было счастливым. Мне разрешали делать все, что я захочу. И когда я был свободен, шел играть в тропическом лесу. Я любил раскидывать руки, как морская звезда, и давать себе волю. Это чувство, это странное чувство. Тогда тебе очень повезло. Но твое одиночество, оно в прошлом, в будущем. У тебя есть я. Захочешь побыть одна, не получится. Опирайся на меня в любое время. Теперь я понимаю, какая у тебя хорошая сторона. Язык подвешен, что надо. Во мне много хорошего. Красавчик, разговаривать умею, и душа прекрасна. Когда будет время, что думаешь о прогулке по тропическому лесу? Ладно. Погодка сегодня, что надо. Суньцянь, ну как там? Директор Ма, психолог все еще там. Я жду ее здесь. Хорошо, я поняла. Возвращайся к работе. Вы. Кто это? Мама. Плачет. Мама часто плачет, обнимая тебя. Мама не плачет. Не плачет? Дорогой, ты такой хороший. Кай рассказала мне, что ваш ребенок часто прятался в шкафу.
Поэтому я старалась понять его. Причина в его рисунке. Для него школа — опасное место. Он толкнул другого ребенка на пол, стараясь защитить себя. На самом деле рисунок дает ответ на этот вопрос. Он спрятался в шкафу, так как считает шкаф самым безопасным местом. Я ничего об этом не знала. Многие дети-аутисты любят рисовать. Они верят, что рисунок поможет им выразить себя. Будут они счастливы или нет? Будут они беспокоиться или тревожиться? Для этого есть причина. Только в сравнении с другими людьми это сложнее обнаружить. Как его мама, вы должны быть более внимательны к нему. Но я... Я ведь очень старалась понять его. Хорошо, не волнуйтесь так. Давайте поговорим снаружи. Как страдающий от аутизма, он очень чувствителен. Я очень хотела поговорить с вами, так как чувствую, что вы сейчас находитесь под слишком большим давлением, и вам может понадобиться психологическая помощь. Мне? Какая у меня проблема? Кай вкратце рассказала мне о вашей ситуации. Вы, вероятно, постоянно находитесь под большим давлением и живете с постоянным чувством вины. Я только хотела сказать вам, что обвинения вашего бывшего мужа в том, что вы мало времени проводите со своим ребенком, в корне неверны. Например, в области аутизма есть теория под названием «Теория о матери-холодильнике», которая в настоящее время доказана экспертами как ошибочная. Так что мой вам совет. Вы должны прочесть как можно больше книг об аутизме. Так вы сможете лучше понять своего ребенка и сможете лучше понять себя. Госпожа, скажите, я ошиблась? Я хотела направить своего ребенка на правильный путь. Станет ли он таким, как раньше, с помощью вашего метода? Или же привыкнет к новой жизни? Такое решение принимают только родители. Но для меня это неразрешимо. Мой совет — пусть все идет своим чередом. Например, многие такие дети обладают уникальными талантами. Врожденные таланты похожи на суперсилу. Таланты помогают им адаптироваться в этом мире. Благодаря уникальности они становятся очень успешными. Он у вас очень умный ребенок. Он может быстро собирать достаточно сложные пазлы. Даже тот кубик Рубика, который дал ему Ся Юй Син, он смог собрать за короткое время. Госпожа, я правда считаю, что для ребенка его возраста самое главное — быть счастливым. Спасибо. Я сделаю все возможное, чтобы он рос в комфортной обстановке. Дети с аутизмом могут взаимодействовать с окружающими, но их сначала надо научить, как это делать правильно. И это значит, что им придется приложить для этого больше усилий, чем обычному ребенку. Поэтому им нужны особые навыки, а также особые родители рядом, которые были бы для них самой сильной опорой и поддержкой. Я советую вам обратиться в специализированную школу, чтобы он находился в более расслабляющей обстановке. Я поняла вас. Я найду для сына специализированную школу. Это верное решение. Возможно, если я поверю в него, ему станет лучше, и он вырастет хорошим человеком. Обязательно. Я прибыл с этой планеты, а ты кто? Хочешь быть в моей команде? Чего это ты смеешься? Милый, расскажи мамочке, что это у тебя? Я? Мама? И звезды. Он прибыл на Землю со звезды. Мы в одной команде сейчас. Видите? Разрешаю тебе побыть звездой еще 2 минуты.
В будущем мама будет вместе с тобой смотреть на звезды. Мама! Звезды! Милый мой. Директор Ма, вам не стоит так беспокоиться и провожать нас. Все нормально. Большое спасибо вам за все, что вы сделали для нас. Вы сами себя должны благодарить. Вы усердно работали. У вас впереди еще длинный путь. Звоните в любое время, если нужна будет помощь. Верно. Обращайтесь. Спасибо. Ах да. Это тебе. А также твой любимый пазл. Поблагодарить тетю с дядей. Спасибо. Рисунок. Это ты для нас нарисовал? Вам. Признайся, это ты его научил? Почему чуть что, так сразу я? Несмотря на то, что он не может выразить благодарность словами, он выразил это в рисунке. Не кажется, что похоже на свадебное фото? Шучу, шучу. Я могу тебя обнять? Мама! Давай, мама пока подержит это. Ладно, в следующий раз. Я открою тебе один страшный секрет. У нас с тобой есть суперсила. Суперсилы? Ну что ж, директор Ма, мы уже поедем. Будь хорошим мальчиком и слушайся маму. Попрощайся с дядей и тетей. Пока. Пока, Супермен. Пока. Пока. Пошли, милый. До свидания. Счастливого пути. Уверена, что не обманываешь меня? Скажи честно, ты теряла сознание из-за уровня сахара? Не знаю, к чему ты клонишь. Конечно же, потеряла сознание из-за этого. Уверена, что нет сверхспособностей? Были бы у меня суперспособности, первое, что я сделала бы, это закинула бы тебя на край земли. Я обязательно выясню, что происходит. Ся Юй Син, Кай может быть только моей. Директор Джао, вы с директором Ма просили меня взять на себя ответственность за банковскую проверку. После обследования нескольких отделов я обнаружил проблемы. Я тоже хотел поговорить об этом. Банковская инспекция закончена. Все работники учтены. Твое мнение, сложившееся в течение проверки, было принято директором Ма. Директор Джао, как видите, в моем отчете и обзоре сотрудников самая большая проблема — отдел питания. Это так. Так что я планирую заняться ею сам. Ситуация с сотрудниками в отделе сложная. Ты недавно здесь работаешь, поэтому плохо с ней знаком. И лучше... Оставь это мне. Нет, директор Джао, думаю, проблемы с питанием требуют обсуждения на собрании менеджеров. Не волнуйся. Ты хорошо постарался. Я помогу тебе занять... должность начальника пиар-отдела. Только отзыв о Ся Юй Сине хорош. И, похоже, директор Ма испытывает к нему доверие.
Ся Юйсин. Директор Ма. Умеете пить? Еще бутылку выпили? Возьми. Ты знаешь разницу между дорогими и низкосортными винами? Директор Ма, вы ставите меня в сложное положение. Не люблю красное вино. Ты знал, что в Китае существует 4 типа красных вин? Первое – нелегальное производство. Второе – это оригинальное отечественное производство. Третье – импортное производство, но розлив внутри нашей страны. И четвертое – это оригинальные импортные вина. О первых трех мы даже не говорим. В нашем отеле представлены только оригинальные импортные вина. Чтобы обеспечить его вкус, мы соблюдаем строжайшие требования от упаковки до транспортировки. Ну что, теперь ты понимаешь, какова разница в цене между этими винами? Значит, кто-то пытается подменить вино, получить прибыль от разницы в цене, но... Именно. Я очень придирчива по части вина. Важной составляющей вина является не только его структура, а также место его розлива. К примеру, этот штрих-код. Любое красное вино в оригинальной упаковке имеет международный штрих-код. Первая цифра в нем представляет страну производителя. Например, 0 – США, 3 – Франция, 6 – Китай, 7 – Чили, 8 – Испания, 9 – Австралия. Далее идет серийный номер бутылки, а также срок годности самого вина. Думаете, с нашим вином не все ладно? Разве не знаешь об отделе питания? Слышал. Но не думал, что это так серьезно. Директор Ма, этот вопрос никак не может быть связан с Гао Юйсинь. Как ты можешь быть так уверен? Хотя я недавно в отеле, но уверен в каждом человеке, с которым познакомился. Гао Юйсинь совершенно не гибкая, и потому многих обижает. Не волнуйтесь, к ней это не имеет отношения. Но это с каждым разом меня все больше и больше волнует. Думаете, кто-то воспользовался ею? Слышала, оценка твоей квалификации была очень высокой. Конечно. Получил высшие оценки. Так что, директор Ма, когда я смогу вернуться на должность вашего помощника? Хан Юаньбин обнаружил проблемы в отделе питания. Это повлияет на отдел маркетинга. Так что я думаю, там возможна смена кадров. Расскажу тебе позже. Ладно. Там нужна моя помощь. Я скажу, если понадобится. Эту директор Шума нельзя недооценивать. Директор Гао, не стоит сопротивляться. Пусть Хан Юаньбини не нашел источник, но нам нужно разобраться с отделом питания. Как я могла бы сопротивляться? Это с вами. У меня проблема. Конечно, нам нужно разобраться с отделом питания. Но я надеюсь, что Хан Юаньбин будет в состоянии сделать это как следует. Я с удовольствием скажу ему спасибо. Вот жалость. Можете поблагодарить только меня. О чем вы? Хан Юаньбин недавно в JR. Дел у него полно. Он уже посоветовал директору Ма. И раз проблемы в отделе питания столь серьезны, с ними буду разбираться я. Что? Вы? Да. Так что надеюсь на сотрудничество с директором Гао. Вы будете разбираться с проблемами в отделе питания? Джао Цинфэн, вы вообще в курсе, что самая большая проблема отдела питания – это вы? Директор Гао, внимательнее относитесь к своим словам. Отделам маркетинга и питания часто приходится работать вместе. Но вы не можете оскорблять меня. Я вас оскорбляю? Уж как работает цепочка между отделами питания и маркетинга, вам, Джао Цинфэн. Как никому. Известно! Гао Юйсинь, надеюсь, ты понимаешь, что сейчас проблема с твоим отделом питания, и отвечать за это тебе. Хочу, чтобы вы временно оставили должность, а потом проанализировали бы проблемы отдела и написали мне докладную. Ну уж нет.
Я думала, эта малышка директор Ма принесет улучшение. Не ожидала, что она принесет проблемы. Джао Цинфэн, вот что я тебе скажу. Не надо так сильно стараться, чтобы избавиться от меня. Или отстранять. Даже временно. Раз Джер стал таким, у меня надежд не осталось. Я уволюсь. Директор Гао, все хорошо обдумайте. Не переживайте, я все обдумала. Уйду, не откладывая. Мне мое время дорого. Я не собираюсь участвовать в этих дворцовых переворотах. Я не задержусь в этом грязном месте. Ни одной минуты. Ся Юйсин. Э? Ты откуда? Думал, это кто-то другой. А это наша суперзвезда. Что, сегодня без работы? Хватит. Ты чего прячешься от меня? Да с чего вдруг? Ладно, тогда поужинай со мной. Поужинать? Можешь больше сосредоточиться на себе. Неужели сплетен не боишься? Да не боюсь я их. Что, не хочешь? А я вот слышала, что сейчас у тебя критическая точка карьеры. Решается, сможешь ли ты вернуться на должность личного помощника? Что? Хочешь, чтобы я на тебя пожаловалась? Можете перестать добавлять мне проблем, мисс? Я пойду. Пойду, хорошо? Правильно. Вот что я тебе скажу. Я неразумный, дикий человек. Просто хочу отпраздновать с тобой заранее. Спасибо. Встретимся в 20:00. Не трудись так усердно, а то вымотаешься. Директор Гао, пожалуйста, подождите. Директор Ма, не нужно ничего говорить. Я не передумаю. Директор Гао, директор Ма, вы знаете, что если что-то происходит в холле отеля, это плохо сказывается на его репутации? Директор Гао уволилась. Всю нужную информацию по работе она оставила своему секретарю. Директор Тен, как думаете, кто подходящая кандидатура вместо нее? Директор Джао, когда Хан Юаньбин приходил ко мне с отчетом по работе, он сказал, что только что пришел в Джир и нуждается в вашей помощи. Я оставила на вас сложный вопрос отдела питания, и вы тогда сказали мне, что попросите директора Гао написать отчет о ее работе. Поэтому мне странно, почему она вдруг уволилась. Директор Ма, вы здесь недавно, поэтому многого не понимаете. Директор Гао всегда была небрежна в работе. Из-за нее появились проблемы в отделе питания. Я просто сказал ей пару слов и попросил написать объяснительную. Она с этим не согласилась. Посчитала покушением на ее достоинство. Директор Ма, для директора Гао это обычное дело. Она всегда на всех смотрела свысока. Верно. Когда работаешь с директором Гао, она рубит прям с плеча. Такое чувство, будто под пресс попадаешь. Итак, судя по вашим словам, вся проблема отдела питания заключается в директоре Гао. Я правильно понимаю? Директор Ма, что касается директора Гао, раз она начальник отдела питания, то за проблемы в отделе она несет ответственность. Думаю, теперь нам следует поскорее найти сотрудника GR, знакомого с отелем. И лучше, если человек будет из отдела питания. Это очень важная должность. Я должна подумать как следует. Кстати, директор Ма, с тех пор, как Юаньбинь пришел в GR, в деле с банковской проверкой и относительно всего отеля он хорошо показал себя. Думаю, он подойдет на должность начальника отдела по связям с общественностью. У Хан Юаньбиня есть способности, а также связи. Он хорошо подходит на эту должность. Хорошо. Директор Джао, я оставляю этот вопрос на вас.
У Хан Юаньбина международный диплом. Он также может поделиться с нами методиками обслуживания в отелях за границей. Я думаю, что он отличный кандидат на эту должность. Сейчас, когда освободилась должность начальника отдела питания, вы рассматриваете его как кандидата на эту позицию? Хорошо. Пока мы не найдем нужного человека, пусть вновь назначенный начальник пиар-отдела господин Хан Юаньбинь временно займет эту должность. Кто бы подумал, что директор Гао уйдет? Вот-вот. Хотя директор Гао и строгая, но мне очень нравилась ее прямота и честность. Потише ты, потише. Ее дело не такое простое. Не верю я отчету Хан Юаньбиня. Что думаешь? Я? Понятия не имею. Брат Ся, не может быть, чтобы у тебя не было никаких мыслей. Я чувствую, что в отеле что-то случится. И правда. Грядет что-то серьезное. А вы почему здесь? Это обсуждаете? Идемте. Вы двумя отделами руководите. У вас есть теперь свой кабинет? И хватает времени приходить в зону отдыха? Что? Хочешь высказаться о моем назначении? Я не осмелюсь. Только наш босс Гао ушла. Я беспокоюсь о работе отдела питания. Брат, разве ты не собирался опять стать левой рукой директора Ма? Скажи сам ей об этом. Не позволяй парням с плохими намерениями иметь преимущество. Боюсь, позиция первого помощника не дождется вашего братца Ся. О чем это речь? Переживаю за тебя. Спросила тебе у директора Ма. Она сказала, что пока об этом не думает. Прости. Не суждено твоему счастью состояться. Чего он расхвастался? Считает себя директором? Нельзя говорить такое. Ему пришлось с банковской инспекцией дело иметь и отделы проверять. Вот и чувствует себя цензоратом. И еще, он отвечает за кадровые перестановки. Разве это не оружие в его руках? А теперь его продвинули в начальники отдела по связям с общественностью и отдела питания. Этот директор Хань имеет доверие директора Ма. Директор Ма на самом деле, как могла поставить его на такие важные должности? Ты не понимаешь? Этот Хань Юаньбинь тут всего ничего и не знаком с другими отделами. Вот директор Ма и надеется, что он может дать самый непредвзятый отчет. Братья, если так, то ты в беде. Если человек не виновен, зачем бояться? Ся Юйсин, выйди со мной ненадолго. Ну как смотрится? Дай-ка взгляну. Хорошо. Хорошо. Пойдем. Что у тебя за вкус? Идем. Директор Ма. Смотря фильм, ешь попкорн. Закончил. Поговорим о работе. Во время фильма не разговаривай. Но, директор Ма, но... В кино не разговаривают. Ты чего? Силой меня потащишь? Ну что ты делаешь? День прошел.
Я хотел поговорить о работе, но так и не получилось. Что все это значит? Я правда так устала за последние дни. Было тяжело. Случившееся с директором Гао расстроило меня. Вот почему мне не хочется говорить о работе. Ты совсем хорошо справился. Везде 5+. Поэтому я взяла тебя на шопинг, купила тебе одежду и пошла с тобой в кино. Знаешь, что я праздновать не хочу. Но раз так хорошо поработал, я выиграл пари. Я вопрос задал. Позволь, я спрошу тебя. Ты так усердно работал каждый день, только чтобы выиграть пари? Конечно. А зачем же еще? Ты уже столько времени тут работаешь. Работа совсем не приносит тебе удовольствия? Удовольствие? Конечно, я рад победить. Так работа тебе совсем не нравится? Все только ради сохранения лица? Так тебя понимать? Ну, нет, конечно. А как? Ну... Не нужно со мной о таком разговаривать. Я выиграл, ты не можешь это игнорировать. Но я думаю, что я еще не проиграла. 2 месяца еще не закончились. Так и знал, что еще один трюк. Знал, что просто поражение не признаешь. Так ты не хочешь переводить меня обратно. Знаешь, почему я не хочу возвращать тебя обратно? Да откуда мне знать?